Мам? Мама? Мам, ну ты где? И тут тебя нету. Записка. Мне уехала по делам. Буду поздно, мама. И что это значит? Я что, одна дома? Ненавижу быть одна дома. Юль, представляешь, мама уехала по делам, я теперь за главного. Так что пошли гулять. Ну что, чем мы будем заниматься? Бина? Бин. Давай вкусняшки. Тебе? Юль, иди, я тебе тоже дам. Я тоже, походу, проголодалась. Ладно, мальчики, все, я тоже пойду покушаю. Пока, мои маленькие. Нет, нужно посмотреть. Вроде бы никого нету. Это он? О, нет. Это он? О, нет. Что у меня во дворе делает сосед? Что он от меня хочет? Его нету. Здесь посмотрим. Вроде как ушел. Нужно проверить, что там в собаке. Вроде никого. Идите ко мне, вот такие собаки. Его, наверное, испугались. Ребят, как вы думаете, что от нас хотел сосед? Еще обязательно подпишись на канал и поставь лайк. Всем пока-пока. Мне показалось. На, выходи гулять. Яна, мы ждем. Иду. А давай поиграем в мячик. Ага, я тоже за. Мячик? У меня нет мячика. Уоу, а во что мы тогда будем играть? Можно в догонялки. Круто, ловите меня. Побежали. Ловлю. Яна, куда ты подевалась? Эй, выходи. Я не могу тебя найти. Я тут. Уоу, я думала, ты спряталась. Фух, вот это мы набегались. Уоу, а где Йорик? Не знаю. Йорик. Уоу, а я здесь, я уже устал бегать за тобой. Уоу.
Эдит. Ух, привет, я приехала. Чем вы здесь занимаетесь? Мы играем. Нам так весело. Только холодно. Ну, пошли в дом. Там какой-то шум. Может, мне показалось? Нет, 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 мне показалось. Сосед, что он здесь забыл? Мама! Что там? Что там? Там сосед. Да ладно, а ну покажи. Точно сосед. Почему он сюда пришел? Не знаю. Вот и он что-то принес. Ага. Ого. Ладно, пошли. Подождем, пока он уйдет. Понял, это что за коробки? Там что, бомба? Сейчас пойду и посмотрю, что он там оставил нам. Ой-ой-ой, что же этот страшный сосед опять задумал? Какие-то юбоксы. Я вообще не знаю, что такое юбокс. Может, это бомба? Я буду тебя защищать. Кормом вроде не пахнет. И юбокс. Я не знаю, что такое юбокс. Нужно у Яны спросить, что такое юбокс. Ушел. Фух. Он что-то оставил. Что это? Не знаю. Девчонки, вы не представляете, сюда приходил сосед. Йорик, мы видели. Смотрите, он здесь какие-то коробки оставил. Да, мы видим коробки юбокс. Ты знаешь, что такое юбокс? Да! Это же коробки, сюрпризы! Да! От соседа. Смотри, здесь и записка есть. Он для Яны и мамы. Вау. Это что, нам подарки? Может, этот сосед не такой и плохой, как мы думали? Может. Смотри, решил подарить нам 5 юбоксов. Пошли открывать! Вау! Блогер юбокс! Свитбокс, юникорнбокс. Ну, открывать. Я. Спасибо, соседу. Пошли. Ну, как же мне не терпится.